Добрый вечер, дорогие друзья в Портленде, Ванкувере и вообще по всему миру, кто нас слушает. С вами у микрофона сегодня Ольга Нищенко, радиопередача «Открытое сердце». И с нами в гостях уже всеми любимая, всеми уже узнаваемая, легендарная Осипова. Майя Осипова. Всем привет! Она вообще-то из Сакраменто, но находится у нас в Портленд, Орегон, на Славик Фэмили Радио. Приветствую всех и благодарю за привилегию, благодарю Славик Фэмили Центр за эту платформу общения, которую она предоставила нам сегодня, любезно иметь общение с вами с разных уголков стран. Дорогие друзья, мы сегодня тему поднимем интересную. Пока у нас здесь есть Майя, мы можем поднимать эти темы, потому что не каждый достаточно смел говорит на такие темы. И у нас сегодня тема будет «Причины разводов». Первая часть нашей радиопередачи. Мы будем здесь сегодня часов до 9, еще вот полтора часа, 1:45 у нас. Первую часть мы будем говорить о причинах разводов, и в конце мы постараемся поговорить, как их предотвратить. Дорогие друзья, я бы хотела вас пригласить. Мы хотим, чтобы вы сегодня поучаствовали. И мы вам дадим приз. Мы хотим, чтобы вы позвонили нам в студию. И номер телефона я продиктую через минутку. Мы хотим, чтобы вы тоже поучаствовали и сказали, какие причины разводов между мужем и женой. Я знаю, что есть очень много причин, и мы хотели бы услышать от вас. И первый человек, который сейчас позвонит нам в студию или же напишет свой комментарий на Фейсбуке, мы вам вышлем книгу в подарок. Олечка, у меня вопрос, да. Подкорректировать твой приз, выигрыш. Люди должны сказать причину разводов, те, которые мы не укажем, или как? Нет, просто первому человеку. Просто сейчас, да, кто позвонит? Я просто хочу, чтобы люди участвовали. Угу. Первый человек, который нам позвонит или напишет на Фейсбуке, какие могут быть причины разводов, я вышлю вам мою книгу просто вот в подарок. Книгу, это книга «Пазл Илюши», жизненная книга, и я думаю, если вы ее прочитаете, вы научитесь многому, и также тому, как уважать жену и мужа и не допустить любую ситуацию до развода, потому что в жизни случается все. Майя, у нас есть звоночек. Послушаем. Они уже даже не дозвонились, я даже не назвала номер телефона, они нам уже звонят. Давай я попробую ответить. Добрый вечер, вы слышите нас? Как вас зовут? Марина. Марина, вы хотите нам сказать причину развода, да? Да, это мое мнение. Я считаю, что причина развода может быть только измена. Только измена? Только. Ну, вы в своей семье это не пережили? Развод? Нет. Хорошо. Нет. Хорошо, причина хорошая, только измена. Мы об этом поговорим немножко позже. И так как вы наш первый человек, кто позвонил, вы хотите подарок, мою книгу? Да, конечно. Да? Пожалуйста, вы можете прислать вашу информацию на мой личный телефон. Вы готовы записать? Да, хорошо, давайте. 360-521-9240. Окей, спасибо. Спасибо за звонок. Алло, вы в эфире, слышите нас? Да. Да, слышим. Как вас зовут? Можно отвечать на вопрос, или нет? Постоянно радиослушатель. Вы хотите сказать нам причину разводов? Ну, скажу, если выиграю книгу. Ну ладно, я пришлю вам книгу, если скажете, конечно. Это нисхождение характера. Нисхождение характера. А вы развод пережили? Нет, слава богу. Хорошо. Спасибо за звоночек. Вы готовы записать мой номер телефона и потом мне пришлете ваш адрес? А вы знаете, вы оставьте, пожалуйста, в студии Славик Фэмили. Книгу? Я заберу, если можно. А вас как зовут? Меня зовут постоянный радиослушатель.
Ну, скажите хоть кому, мне же надо подписать кому. А, хорошо, тогда подпишите Радику. Радику? Хорошо. Угу. Спасибо за звонок, мы книгу вам оставим. Благодарю. Оставайтесь с нами, будет тема очень интересная, и мы будем поднимать эти вопросы сегодня, причины разводов. Май, тебе интересно еще принять пару звонков? Оль, ну если ты будешь книги свои раздавать, пожалуйста. Книги я раздавать уже не буду, но мне интересно услышать причины. А, причины, то, что люди думают, ну да, конечно. Потому что, смотри, если есть желающие звонить, пусть звонят. Дорогие друзья, если у вас есть желание звонить, мы еще примем несколько звонков. 503-238-9000. Я думаю, знаешь, почему интересно? Потому что два человека, которые позвонили нам, они не в разводе. Угу. И они вот думают, только измена. Но я очень благодарна, что они размышляют об этом, это и высказывают свое мнение. Да. Да, это хорошо услышать от человека, который не в разводе, и услышать их мнение. Хорошо, звонков пока нет. Давай тогда мы начнем. Как ты думаешь, начнем с измены или с того, что у тебя есть, Майя? Давай сначала представимся немножко, скажем, кто ты, кто я. И люди должны знать, почему мы говорим на эту тему. Причины разводов, потому что человек, не прошедший развод, скорее всего, на эту тему будет не говорить. И, дорогие друзья, я сегодня буду больше участницей информации Майя. Майя это прошла. Майя прошла измену, Майя прошла насилие, Майя прошла развод, одиночество. И мы на этой неделе уже провели серию этих передач. Они все находятся на Facebook, на Slavic Family, на YouTube-канал под именем Ольга Онищенко и на веб-сайте olgaonishchenko.com. Маечка, тебе слово. Спасибо за привилегию сегодня говорить с вами, иметь общение. И я рада, что нас слушают даже те, которые развод не прошли. Я знаю, что это по определенной причине. И я вам хочу сказать такую вещь, что люди разделяют свою жизнь личную, разделяют работу, разделяют служение Богу, разделяют веру в Бога. Как-то у всех людей разделено. Моя жизнь сложилась так, что вся моя жизнь, она стала всем. Работой, работа стала моей жизнью, жизнь стала моей работой, служение стало смыслом моей жизни, то есть моя жизнь переросла в какое-то служение, я стала какой-то востребованный человек, и я даже не, моя вера, она просто растворена, моя жизнь в вере, и у меня нету никакого разделения, и поэтому я считаю себя полноценно счастливым человеком, состоявшимся, устоявшимся, но я никогда не останавливаюсь, и я всегда продолжаю учиться, размышлять, познавать пути Божии, глубины Божии, и, к сожалению, мне пришлось пройти нелегкий путь. Я была счастливой женой, я имела прекрасного мужа, прекрасные отношения, но по совершенно жестокой случайности произошел развод в моей жизни. И развод произошел как будто бы по основанию библейскому, по единственной причине, которой разрешается развод. И, о ужас, это стало общенародной мировой темой для обсуждения. Разве я могла подумать, что 10 лет назад я буду востребована именно в этой теме? Почему? Потому что я была настолько разбита, разбита как человек, как женщина, как личность. В тот момент я ушла со служения, я потеряла контакт с миром, я потеряла контакт с Богом, я потеряла контакт со своими детьми, я потеряла саму себя. На восстановление ушло много лет. И сегодня я не делаю резких заявлений, я стараюсь не делать советов, я стараюсь сочувствовать людям, которые попали в трудные ситуации. И моя вот эта жизнь, разломанная на осколках, просто была собрана Богом в прекрасную мозаику, в прекрасную лампу, которая сегодня светит нежным светом людям, чтобы люди могли видеть этот свет и идти к нему. Я бы сегодня не делала такого заявления, что, хотя даже в Библии есть такое как бы разрешение, если только причиной является измена, то разрешается развод, а в остальных случаях типа нет. И я бы вернуть все назад, я бы
лучше простила измену, забыла ее, кинула за спину и ни за что бы не потеряла своего любимого человека. Это стало трагедией для меня. Это сегодня могу улыбаться и быть вновь счастливой, потому что Бог подарил мне мужчину, который был создан, сотворен для меня. Мы оба прошли нелегкий путь, и он прошел два развода. И сегодня мы счастливы с ним в браке, мы растем, созидаемся, мыслим одинаково. Он изменяется, я изменяюсь, мы исцеляемся, как мы говорить любим с ним, мы зализываем раны друг другу. И это прекрасное состояние, которое я желаю каждому человеку. И я счастлива, у кого счастлив хороший брак и не намечается развода. И сегодня я хотела поговорить о причинах развода. И возможно ли предотвратить развод? Что является темой, смыслом нашей сегодняшней передачи с Олей? Чтобы вы внимательней отнеслись к ситуации, которая сложилась вокруг ваших отношений, и возможно ли, если какие-то пути сохранить отношения, предотвратить этот развод? Потому что иногда люди встают в позу. Олечка, ты знаешь, вот что в миру у суда, когда предоставляется кейс, дело о разводе, даже в миру нету простого так развода, раз и развели. Судья начинает допрашивать, какая причина то, что вы сегодня разводитесь. И люди начинают говорить, он мне изменил. Я вам открою секрет, который открыла мне адвокат. Она сказала, какая причина, что ты разводишься? Я говорю, мой муж изменил мне. У него есть другая женщина, любовница. Она сказала, глупости, тебя не разведут. Я говорю, как не разведут? Она говорит, вас отправят на дорассмотрение дела, и ваш развод может затянуться на года. Я говорю, я так на нее смотрела жалобно. Я же не могла простить измену, и у меня есть твердое основание библейское. А судья, адвокат мне сказала, если ты хочешь, чтобы тебя развели мгновенно, скажи причину. Я говорю, какую? Она сказала, несходство характеров. Когда люди в мирском суде говорят причину своего развода, на ответ судьи ты ответишь, несходство характеров, это один из пунктов в миру, когда судья без лишних вопросов тут же, в эту же секунду, подписывает документ о разводе. Любые другие причины, которые бы ты не указал судье, он оставит дело на дорассмотрение. Вот такую вам раскрыла тайну. Поэтому мужчина, который сегодня сказал о несходстве характеров, да, он попал прямо в точку. И она, эта причина, тоже входит в список моих причин развода. И я, наверное, зачитаю их все, которые я выписала. Давай. Может быть, они не все, но это то, что за многие годы моего общения и служения стало, я вот выявила у людей причины этих разводов. Первая причина – ушла любовь. Просто испарилась, просто ее не стало. Многие говорят, ее и не было. Нет, она была, но она ушла. Второе – прошла страсть, угасли чувства, ушла романтика, чувства просто усохли. Это такое состояние, и это может быть причиной развода. Третье. Неисполнение обязанностей как мужа и жены. Речь идет о сексуальных обязанностях, об интимных отношениях мужа и жены. Очень часто люди уклоняются от этих обязанностей, пытаются избежать, но здесь тоже много роется причин, и, возможно, мы с Олей сегодня будем обсуждать некоторые вещи в нашей программе. Четвертый пункт – это домашнее насилие, которое имеет много сфер тоже. Глубокая тема, в которой я тоже имею уроки, веду классы по консультации о домашнем насилии. Порой люди даже не знают, что это такое, и путают это с любовью. Когда мужчина стучит кулаком по столу и требует, что он хозяин в доме, и что все деньги под его отчет должны быть и все прочее. То есть это различные виды насилия. Оно может быть моральным, физическим, сексуальным, может быть душевным насилием, финансовым насилием, экономическим. Пятый пункт – это измена одного из супругов, которую я, наоборот, бы поставила в пункт, что категорически не разводитесь из-за измены. Это самая глупая причина для развода, самая глупая. Это мой пережитый опыт, и я знаю почему. Я вам объясню это, мы тоже, может быть, рассмотрим некоторые моменты. Следующая причина – это ложь. То есть брак должен построить на одном основании. То есть ложь. Партнер, один из партнеров лгал изначально. Он обманул своего партнера.
от начала скрыл мотивы брака или вообще просто обманывал человека, по каким-то причинам меркантильным сделал этот брак. Следующая причина – это отсутствие детей в браке, диагноз бесплодия одного из партнеров. В этом бесплодии, в диагнозе может находиться как мужчина, так и женщина, и этому могут предшествовать болезни даже с детства, особенно у мужчин. И еще один вид разводов, о котором я не знала, но который я узнала благодаря общению и служению, в процессе служения, когда я познакомилась с Ольгой. Оказывается, очень большой процент по статистике браков, Оля об этом может сказать, озвучить, когда люди, в семье рождается больной ребенок, люди... просто мужчины в основном не выдерживают и оставляют. Я слышала об этом, но я не придавала значению этому, потому что эта тема меня не касалась. Хотя у нас тоже был больной ребенок, но вовремя Бог все исцелил. И причиной моего развода явилась измена моего мужа. У него много лет была любовница. И я сейчас уже, оглядываясь назад, думаю, что надо было просто исправлять отношения и просто искать причины, почему, что где-то я упустила, почему мой муж стал искать другую женщину, ведь он так любил меня. И вместо выяснения этого вопроса я просто включила функцию гордость и взяла за основание: Библия позволяет разводиться. Но что я сделала? Я просто разрушила свою жизнь. Если бы я вовремя обратилась к этому, я вовремя очнулась бы от этого. Да, я сейчас счастлива, но мои дети не имеют отца. Они надломлены, и это ничто не исцелит их раны. Ничего. Они как бы и имеют общение с отцом, но он не участвовал в их развитии, не участвовал в их воспитании, и это очень трагично отложилось на их мышление. Вот такие, Олечка, у меня причины. 8 причин главных, да, Майя? Угу. Хорошо. Ну, мы сначала, я думаю, поговорим о причинах разводов, и потом мы поговорим, как это все предотвратить, если уже горит огонь в семье, доходит дело до развода, можно ли это остановить, правильно? Да, вот я так понимаю, что есть люди, которые живут в браке и думают, что они счастливы, но раз затрагивает эта тема развода их, и они слушают это, значит, они где-то в подсознании подразумевают, может быть, и ко мне такая ситуация придет, может, потому что в нашу жизнь иногда приходят неправильные вещи, и очень хорошо быть наученным и знать, куда вовремя обращаться, чтобы предотвратить действительно эту трагедию. И, как и всегда, мы не подписываем какой-то приговор, но мы тоже рассматриваем ситуацию, когда развод является выходом из сложившейся ситуации. Я сегодня хочу говорить о том, что развод разрушителен для женщины, как и для мужчины, и для детей, для семьи. То есть я рассматриваю сегодня эту сторону. Возможно, кто-то развелся и может иметь хорошее свидетельство, что он счастлив, стал, освободился от ненужного человека. Такое тоже случается. Но я говорю о жизненном примере, о том, что я пережила, то, что работает сегодня для многих людей, помогает людям. Я делюсь просто своим свидетельством. Да. Если есть вопросы, Олечка, тоже же могут звонить, люди. Конечно, вопросы задавать. Друзья, в процессе рассуждения. Звонить, вот давай, да. Олечка, разберем первый телефон вопрос. Телефон прямого эфира еще раз назову: 503-238-9000. 503-238-9000. Я попрошу тоже на Фейсбуке участвуйте, дорогие друзья, потому что время позднее. И Майя уже здесь пробыла 2 часа, и сейчас опять мы будем 1,5 часа еще. И чтобы мы не устали, вы участвуйте, пожалуйста. А то 2 дня назад мы здесь были и просто в конце уже от усталости расхохотались, да, Майя? Что послужило исцелением для кого-то. Да, звоните, пишите нам, дорогие друзья, участвуйте, потому что тема очень серьезная. Вот первую причину возьму, ушла любовь. Я встречала такие ситуации, когда женщина говорит, и причем даже не одна была у меня женщина, которая говорила такое свидетельство, что я родила ребенка, и вот родился ребенок, и словно она попадает в другой мир, она понимает, что у нее полностью ушла любовь к мужу. Мне это непонятно, как это. Мне кажется, любовь, наоборот, возрасти должна. Ребенок появился, она говорит, я не знаю, вот родила ребенка, ребенок лежит, я вот... И вдруг такая четкая осознанная мысль, что у меня совершенно ушла любовь к своему мужу. Это может быть после родовой депрессии? Я не знаю, тут депрессии нет, она просто поняла, что это совершенно не тот человек, и любви нет, понимаешь? Угу. И вторая женщина,
точно такое же мне рассказала свидетельство, говорит. Но, по-моему, у нее это пришло не после первого. Вот я точно не помню. Та точно одного ребенка имеет, а вторая женщина, не помню, после рождения ли первого ребенка, или второго, она тоже такую же вещь рассказала, что когда родился ребенок, я просто поняла, вот я, говорит, стала внутри другим человеком. И эти два случая, почему я затрагиваю сейчас, в первом случае брак распался, то есть женщина нашла другого мужчину, а в втором случае женщина рассказала своему мужу, и, вы знаете, у них схватило мудрости и способности сохранить семью. Она четко мужу сказала, говорит, ты знаешь, я словно новый человек, я на тебя смотрю, как будто ты вообще, не было ни любви, ни прошлого, ни настоящего, ничего нет. Но вы знаете, это особая тема, но они смогли сохранить отношения, они пересмотрели все, они перезаключили завет друг с другом, они пересмотрели интимные отношения, она поделилась, что у нее внутри, они просто приняли это решение, что они не хотят делать развод, они не хотят другого, это выбор каждого человека. Угу. Та первая женщина, она сейчас имеет второй брак, она счастлива, они планируют рождение ребенка, пока еще нет и у них его, но вот такие ситуации. Ушла любовь. Вдруг внезапно один из партнеров ощущает это. Какой выход? Выход. Выход в ваших руках. То есть, как вы себя чувствуете? Или вы вдвоем решаете этот вопрос, что вы сохраняете брак, или вы не видите смысла. Вот два пути. Другое состояние развода. Прошла страсть. Угасли чувства. Ушла романтика. Что такое? Я думаю, любая пара семейная переживает эти периоды. Когда проходит страсть, ты вроде любишь человека, он тебе дорог, но ты смотришь на него, и ты уже как будто даже и не хочешь его. Немножко даже избегаешь, ты уже не реагируешь так вообще ни на что, ни на хорошее, ни на плохое. Ходит себе и ходит. Бывали ли у вас такие ситуации? Напишите. Оля, у тебя было такое в семье? Ой, ну ты такие личные вопросы спрашиваешь, это надо подумать. Да, ну у тебя, видимо, так все хорошо, у меня было. У меня было. Я могу добавить, что у женщин иногда гормоны, и мужчин там, ну, выходят из строя, иногда просто надо витамины хорошие пропить. Это может случиться у обоих партнеров. Как у мужчины может пропасть эта страсть и чувство. Мы сейчас не говорим только здесь о женщинах, мы говорим, в общем, об семье. Я думаю, такое состояние к мужчине может прийти, пропала какая-то страсть и у женщины. Но у меня такого не было. Вот у меня недавно совершенно случился такой случай, вот что-то, знаете, какая-то раз вот что-то такое произошло, событие, и внутри меня ушла романтика, я не хочу с ним ни в ресторан идти, я не хочу разводиться с ним, но я не хочу уже ничего с ним, знаешь, вот как-то прошла вот эта страсть, романтика, и я немножко даже напугалась, а потом думаю, ну, разводиться я с ним не собираюсь, и цокей, пусть будет, как будет, но к большому счастью он заметил это, и он уже где-то на третий день или через неделю сказал, по-моему, у тебя прошла уже та любовь ко мне. Я говорю, ты заметил? Он говорит, да, уже нету той любви в глазах, блеска того нет. Я говорю, ты знаешь, любовь у меня не прошла к тебе, но вот какая-то страсть, чувства угасли. Он очень мудро, здесь вот должна отдать должное ему, он очень мудро подошел к этой ситуации. Он сам своей какой-то мудростью, хитростью или разумением, не знаю, как вот Бог так повел нас обоих, что он нашел подход, он нашел время, он нашел правильные слова, и вы знаете, у нас произошел прекрасный разговор, где мы просто обновили отношения и скрепились, как будто какая-то невидимая сила, как будто невидимый клей просто склеил нас, и сегодня мы как будто два гвоздя вбитые, в одну доску, которую уже не вырвешь, не оторвешь, не разорвешь. Настолько было прекрасное восстановление вот этих чувств, эмоций всяких. Естественно, он потом пригласил меня в ресторан, мы пошли в ресторан, и я на него смотрю, думаю, какой классный у меня, какой классный у меня мужчина. Я его люблю тогда. Эмоции пришли, такой кьют вообще. То есть это все в наших власти, в нашей силе. Но в этом случае надо быть очень внимательным друг к другу. И надо прооценить, что было не так, провести инвентаризацию, что вы сделали не так, почему у мужа прошли такие чувства, или мужу заметить у жены, и проанализировать, какая причина могла быть. Может быть, поговорить, как-то спросить чутко, изменить даже интонацию, то есть восстановить и выяснить причину, и срочно это исправить.
Следующей причиной, которую я озвучивала, это неисполнение обязанностей интимных. Как бы мы не говорим сегодня о мирских вещах и ценностях, но я хочу сегодня поговорить о библейских ценностях, о том проекте для семьи, который Бог предназначил. И четко Бог нам говорил. Даже в Библии, в самой первой главе, как мы открываем, знаете, когда Бог сотворил человека, он радовался, написано, сотворил по подобию своему, и он сказал, что, ну, как бы благословил их, да? И самой первой строкой в благословении при сотворении человека было что? «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил и Бог, их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте земли». Это один из пунктов благословения, и как бы самый первый. То есть у Бога был план размножения. И Бог так сделал, что... Получается, вот по анализу всей моей жизни, это как фундамент, вот интимные отношения. Проекция этому – тайная комната у Бога. Бог сказал, хочешь, если чего-то, если хочешь получить что-то, зайди в тайную комнату, помолись тайно и увидишь явно. Такой легкий прообраз я провела для себя, что есть такая тайная комната для мужа и жены, где… Ты можешь делать только те вещи, которые ты можешь делать только с ним. Открываться полностью. Это такая тайная комната. И это таинство сделано специально Богом. А многие люди уклоняются от этого. И сегодня я имела тоже общение с женщиной с одной, и она сказала мне такую вещь. Это она сказала. Я даже... Она не знала, что у нас будет радиоэфир. Она не знала, что я готовлю эту тему. Но у нас была такая тема, и она сказала, сегодня, особенно в христианских семьях, 90% разводов из-за того, что женщины уклоняются от своих обязанностей, которые Бог положил как благословение. Написано, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь. То есть процесс плодения и размножения, плодение или как? Размножение, плодитесь, как сказать? Плодение. Процесс плодения, да? Мы уже русско-американские, мы уже немножко забыли фонетику, как по-русски правильно сказать. То есть этот процесс Бог сделал для нас приятным. Самое главное, нас не бьют по голове в этот момент, нас не колят иголками. Бог так сделал, усмотрел, что он подключил все рецепторы чувств. И этот процесс сделал очень приятным. За это спасибо Богу. И я думаю, так догадываюсь, что одной из причин, почему женщины или мужчины, но мужчины нет, женщины уклоняются от своих обязанностей, потому что женщины не открыли в себе вот этот дар Божий, не открыли в себе вот эту приятность от интимных отношений, и поэтому они уклоняются. Я нахожу только одну причину от этого. Поэтому, дорогие мужчины, будьте внимательны к своим женщинам, к этим сосудам драгоценным, которыми Бог вас доверил. Исследуйте тело своей женщины, исследуйте ее. Женщины сами тоже открывайте себя. Я знаю некоторые методы, я не хочу с ними делиться в эфире в прямом, но если вы хотите иметь консультацию, общение на эти темы, вы можете брать классы, пройти их, как подготовить себя. Кстати, даже если вам очень стыдно позвонить или брать классы, вы можете на YouTube, на интернете найти вещи, которые очень практические советы дают психологи, сексологи, очень умные вещи говорят. Они говорят о том, как женщине подготовить себя для этого, потому что я знаю очень трагическую разводную историю в Сакраменто, когда молодые люди не были подготовлены к браку и ничего не знали о расположении органов женских, мужских. И когда у них произошла первая брачная ночь, было это сделано очень грубо, и девочка имела очень много разрывов. И она уже дальше не могла иметь эти отношения близости, и, ну, как бы, и боялась и сказать, и все, она вся кровоточила. В общем, у нее вопрос уже жизни и смерти стал, и когда она это сказала своим родителям, они просто приехали, ее забрали. То есть не было мудрого подхода к этому вопросу, дети не были обучены.
Почему? Потому что в церквях тоже не принято об этом говорить. Эта тема считается как будто бы постыдной. Угу. Вот. Как ты, Оля, считаешь, стоит маме это говорить, лучше подготавливать, или дети сами это ищут в интернете? Я знаю тоже женщину одну, это в миру, когда еще я была неверующая, я работала в организации очень большой, кооперативной, я была бухгалтером, там была женщина-кассир. Ага. Она сказала такую вещь, что она была взята очень грубо мужем в первую ночь, и она всегда избегала его. И исходом был, после многолетнего брака, был развод. Он нашел другую женщину. Добрый вечер, вы в эфире, слышите нас? Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите, мы слушаем. Алло? Да, слышите нас? Да, я в эфире, да? Да. Да, вот у вас тема, естественно, что она такая щепетильная. Я думаю, что поэтому многие не понят, но, знаете, хорошо и проще говорить, когда говоришь про другие опыты какие-то. И поэтому я набралась смелости, потому что имена я не говорю. Но я хочу сказать, вот вы говорите, что есть женщины, что жены уклоняются. Но я знаю несколько пар, где муж очень пассивный, да, и это тоже проблема, которая, ну как, я знаю, что эти браки существуют до сих пор, но это называемые браки, потому что отношений вообще нету, они годами уже не живут, и просто-напросто вот... Вы так, имеете в виду, ситуация, что они живут под одной крышей, но нету этих близких отношений, как мужа и жены, да? Ну да, нет интимных отношений. Ну, ваша цель основная какая? Сказать о том, что можно сохранить брак? Что они молодцы, что сохраняют брак? Или подождите, то, что это не только вина жены? Я не сказала свою цель. Я просто говорю, вы сказали, что... Что и у мужчин есть проблема. Да, я хотела продолжить об этом, да. Мы будем говорить сейчас об этом. Но вы сказали, мужчин и женщины, а потом вы говорите... Нет, у мужчин этого не бывает, женщины. Я просто хочу сказать, что у мужчин, у многих... Я знаю, поняла вас, давайте мы сейчас браков, поговорим которые... об этом. Минуточку еще раз. Хочу сказать еще одну мысль. Я знаю несколько браков, которые молодые сошлись, и была импотенция или что-то такое у мужчины, и они распались. И потом некоторые не смогли... другой брак совершить из-за понимания и еще такое. Очень много травм по этому поводу, потому что это тоже серьезные вопросы. Да, это очень серьезные вопросы. Давайте немножко еще поговорим об этом. Спасибо за звонок. Конечно, говоря об этом, я просто сказала... Первую часть вопроса открыла, что многие женщины уклоняются в большинстве случаев. Конечно, другой причиной является и мужская сторона. Я тоже знаю семьи, когда приходит вина, ну, такая пассивность со стороны мужчины. Может быть, это импотенция, может быть, разный темперамент. И эти вопросы лучше выяснять до брака. Я не думаю, что я была настолько умной и мудрой там 18 лет обсуждать этот вопрос о темпераментности, но когда вы уже взрослые люди, вы делаете повторный брак, я бы открывала и обсуждала этот вопрос со своим партнером, потому что мы можем умолчать по стыду, по умолчанию, как-то так все это скрасить, приукрасить, прикрыть, но на самом деле это основополагающий вопрос, и нужно до вступления в брак выяснить эти отношения, насколько твоя вот эта потребность. Как бы ты часто хотел иметь секс? Это психологи прежде всего советуют. Но мы же не советуемся ни с кем. Выбрали партнера и действуем по своему усмотрению, думая, что это любовь. Но за знаменем любви стоят очень многие действия. Если мужчина не способен удовлетворить свою любимую женщину, это будет большой проблемой. Вот. Поэтому есть препараты, есть витамины хорошие для мужчин. Это вопрос обсуждается. Это тоже разговаривается вопрос, и все вопросы можно решить, но, к сожалению, действительно это становится проблемой и причиной развода, интимные отношения. Но
очень больно, когда просто женщина уклоняется. Физиологическая проблема, что такая низкая потенция или наоборот хайпер, вот есть женщины, которым очень там высокая потребность в сексуальных отношениях, это уже проблема физиологическая, ее можно как-то отрегулировать. Но когда женщина осознанно уклоняется от своих обязанностей, она создает критическую ситуацию. Здесь конкретно она грешит. В Библии Слово Божие говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Почему ты думаешь, она будет уклоняться? Вот одна из причин, которых я нахожу, что она была грубо взята в первую ночь, допустим. Или незнание, неопытность в этих вопросах, необразованность мужчины или женщины, допустим, разное физиологическое тоже построение органов. Это тоже решается на уровне врачебном, есть специальные инструменты для того, чтобы специальные там позы, допустим, в интимности, поэтому и называется интимный и тайная комната, вы должны этот вопрос решать, и он решаемый вопрос, но уклоняться от этого не надо. Другой вопрос, что женщина действительно физиологически, она, ну, как говорят, фригидная. Я как бы особо не верю в это, но понимаю, что не у всех разные как бы запросы. Здесь тоже надо разговаривать с своим партнером. И я слышала такую теорию, что говорят, не надо играть роль. Если ты не хочешь секс, значит и не надо играть роль. Там, скажи об этом прямо мужу. Я бы таких резких как бы вердиктов не выносила. И иногда надо смотреть ситуацию. Хочешь ты, не хочешь. Мы много чего хотим или не хотим, но мы должны понимать, что мы создаем счастье вокруг себя. Понимаешь? А счастье, оно не бывает без какой-то там жертвенности. Я не говорю о жертве той, которую тебя на плаху положили. Просто посмотри, или тебе сегодня уклониться, или тебе стоит какие-то сделать интимные вещи со своим мужем, посмотреть по ситуации, и, может быть, даже это не принесет тебе урон. Это называется тайная комната, и ты там вправе как бы творить, как художник, рисовать картину. То есть, чтобы муж даже не догадался, что тебе не очень-то и хотелось. Интересные вещи ты мне рассказываешь. Ну да, я просто не могу говорить открытым текстом, потому что очень все индивидуально. А если вот есть у них проблема, да, ну, можно сказать, проблема серьезная со здоровьем, а ты бы посоветовала обратиться к врачу или к пастору? Советов не могу дать никому никаких, я могу сказать по себе, вот если бы лично ко мне сказали бы, Майя, ты к врачу пойдешь или к пастору? Я, естественно, бы сказала, самое первое, куда бы я пошла, это к врачу. Второе, куда бы я обратилась, это в интернет к источникам профессионалов. Есть люди, сексопатологи, они занимаются этим, они исследуют эти сферы. И у меня такой жизненный принцип – выслушать массу информации и взять из нее полезное зерно. Как, Олечка, помнишь, мы говорили с тобой, я выслушаю того, выслушаю того, но поступлю так, как считаю нужным. Это нормальное здравое мышление. Вот, потому что если мы будем поступать, как люди советуют или еще что-то, почему я не обращалась бы в этом случае к пастору? Потому что у меня такой жизненный принцип библейский, откровение такое лично мое, что не должно быть посредником между Богом и тобой. Иисус сделал совершенную искупительную жертву, разорвалась завеса, и мы все имеем чин первосвященников через жертву Иисуса Христа. Что это значит? Значит, мы имеем право, дерзновение, мы имеем абсолютно все привилегии одеваться в мантию через кровь Иисуса Христа и входить во святое святых Богу и решать все вопросы, решать свою судьбу с Ним. Недавно, когда я поделилась с одной женщиной об этом, она заплакала, слезы были на ее глазах. И я думаю, что я не так сказала? А она говорит, какая ты счастливая женщина. Я говорю, почему? Она говорит, ты с Богом обсуждаешь свою судьбу. Я говорю, да, я счастливая, я с Богом обсуждаю свою судьбу. Я никогда бы не доверила свою судьбу теперь человеку, хотя я не была обижена пастырями, как бы, да, именно в этих сферах. Но в данном случае пастор – это человек. И как Оля сказала, а вы прошли развод, что вы задаете вопрос или отвечаете на вопрос? Нет, не прошел. Ты можешь посоветовать, ты можешь сказать, но ты это не пережил. Ты не можешь поделиться чувствованиями ничем. Но Бог послал Иисуса Христа, который стал первосвященником, первым первосвященником,
человеком, который мог сострадать нам, потому что он пробыл во всех ситуациях нас. Бог стал человеком и был в нашей ситуации, в нашей, как говорится, теле, в нашей шкуре. Он все это прошел, он может понимать нас. Навряд ли пастор может понимать твою ситуацию. Когда у него прекрасная богобоязненная жена, допустим, и у них все прекрасно, как он может тебе что-то посоветовать или еще что-то? А может быть, такой совет даст, как я сегодня приводила пример с огнем. Олечка, когда я ехала с Сакраменто в Портленд, ближе сюда подъезжая к Орегону, был пожар, был огонь. Я видела много, там очень большое пространство, ты едешь, и просто все черное. Налево смотришь, все черное, направо смотришь, все черное. Немножко аж жутко. И Дух Божий говорил со мной: «Майя, вот посмотри, огонь, вообще это полезная вещь?» Я говорю: «Ну, вообще-то да». Огнем, и Бог вразумлял меня, огнем можно что делать? Приносить полезные вещи, огнем можно отапливать это помещение. Огонь служит для приготовления вкусной пищи. Мне кажется, нету вкуснее пищи, приготовленной на огне, правда же? Мы так любим это. Потом огонь согревает нас, огонь создает уют, мы камины делаем, приятно смотреть на огонь, он даже какую-то депрессию лечит, у костра посидеть, он как бы объединяет, создает атмосферу. Огнем что еще можно делать? Я видела, стрижки даже делают огнем, да, как-то, ну, в общем, огонь полезная вещь, да, природная такая, но и в это же время неправильно использованный огонь приносит что? Поражение, смерть. Я смотрю, там смерть, травы нет, все выжженное, черная земля, черная, сухая. Смерть. То есть тот же огонь может принести что? Жизнь, уют, комфорт. И тот же огонь может стать смертоносным оружием. Нож взять. Так необходимый. Без ножа на кухне что? Ты ни хлеб не отрежешь, ни красиво не нарежешь мясо, кусочки. Ты не можешь без ножа. Он очень необходим и очень нужная вещь. Но этот же нож может стать орудием убийства человека. Этот нож может просто упасть тебе на ногу и нанести рану какую-то. Ты можешь как неправильно сделать движение, порезаться, и будет инфекция, боль будет. То есть нож точно так же может стать полезным, жизненно важным орудием в твоих руках, может стать орудием, которое нанесет ущерб или даже смерть. Точно так же и Слово Божие, и точно так же любая ситуация в наших руках. Слово Божие может стать живительным, и Слово Божие точно так же может стать смертоносным, может принести разрушение. Неправильно сказанное слово из Библии, если оно не является подходящим к ситуации, если оно вообще не относится к тебе, ведь оно может принести разрушение твоей судьбы, оно может убить тебя. Женщине и так было плохо. Вот помнишь, ты рассказывала, как у вас ребеночек родился, и кто-то вам сказал: «А вы что?» Ты, по-моему, в книге пишешь эту ситуацию, что... сказали: «А, вы посмотрите». То есть вам так было плохо, а вы пришли к пастору, а пастор сказал: «Бог не дает больных детей верующим родителям. Что-то с вами не так, идите и разберитесь». Наверное, и когда ты разбиралась, решили, да. Видимо, где-то, а ты не понимаешь. И понимаешь, это не, вроде звучит правильно. Ты, наверное, что-то сделал не так. Вроде с одной стороны правильно, но с другой стороны это слово, оно стало смертоносным орудием в вашей жизни. И если бы ты неправильно обращалась с этим словом, оно бы тебя убило, это слово. Но слава Богу за милость Божию, что ты оживилась Богом. Разобралась. Разобралась с этим, да. То есть ты стала по назначению использовать. Ты поняла, что это не то орудие, ну, которым нужно сегодня пользоваться. Майя, ты говоришь, слово может быть смертоносным. Я думаю, слово... как оно написано, оно, наверное, не будет смертоносным, а слова могут тебе сказать, что это грех, но на Писании основать не могут. Этого написано в Библии черным по белому нет. Но люди, пастора, часто говорят: это грех, это грех, это грех. И именно слова пастырей люди... А мне кажется, я не хочу никого осуждать, но Библию изучают мало, слушают пастора. И до свадьбы, насколько я знаю, очень редко проводят классы насчет этих тем, но вдруг какая-то проблема, приходит дело к разводу, или у тебя рождается больной ребенок,
они тебя зовут в свою комнату, открывают твое одеяло, и вот давай решать, что ты где-то неправильно сделал. И вместо того, чтобы помолиться, помазать елеем, тыкают, где ты можешь согрешить, за что тебя Бог может наказать. Я думаю, люди часто интерпретируют Библию неправильно, учат людей неправильным вещам. И я знаю даже... У моих близких друзей есть проблемы. Муж понимает, что это можно, он хочет. А жена говорит, грех. Грех, потому что ее кто-то так научил. Как жить этим семьям? Чья вина здесь? Кто их научил, что это грех, когда в Библии черным по белому это не написано, что это грех, а в церквях учат это грех? Это одна сторона, а вторая сторона этой же медали. Грех есть тогда, когда есть закон. Вот я ехала по дороге, да, недавно в Сакраменто, и мне нужно на экзит было съезжать. И вдруг, откуда ни возьмись, машина обгоняет меня в неправильной полосе и подрезает меня, встает, и я понимаю, что была бы вот секундная и аварийная ситуация, он нарушил правила. И я в себе кричу внутри, я себя контролирую уже, научена, выдрессировала себя, я контролирую, чтобы не ругаться на него, а сразу, Господи, он же нарушил правила. И Дух Божий говорит стал ко мне, а как ты знаешь это? Я говорю, написано в правилах. И Бог стал вразумлять меня. Вот скажи, Оля, как Бог чудесный, да? На дороге, за рулем, и вразумляет меня. Он говорит, и стал учить меня. Майя, как ты знаешь, что он нарушил правила? Потому что есть правила. Не обгоняй, не подрезай или еще что-то, да? То есть я знаю, что он согрешил, потому что есть правила на это, закон. Точно так же и в Библии. Был дан закон для чего? Для того, чтобы определился грех. То есть, раз есть правило, ты его нарушил, значит, ты согрешил. А если Иисус сказал, что закон больше не имеет силы власти, я пригвоздил его ко Христу, к кресту. Все, закон не имеет больше этой силы, потому что он был дан только для того, чтобы определить понятие грех. И Иисус грех искупил кровью своей, закон пригвоздил ко Христу, и теперь мы искуплены им для чего? Он дал одно. Они говорят теперь, как закона нет, что теперь? Как теперь с законом быть? Он говорит, весь закон и пророки теперь в чем? В сердце твоем. Весь закон и пророки в двух правилах. Первое, люби Бога. Второе, не поступай с человеком, как ты не хочешь поступать с собой. То есть мы представлены свободе самому себе. И как Павел, сам трудно, апостолам было очень трудно это понять. Они же выросли в этом обществе, в законе, в Израиле, они же все это знали. Майя, я с тобой поспорю. Там, им очень сложно было. Закон греха только был пригвожден ко Христу. Весь закон, заповеди Божьи, оно все осталось, и мы так же заповеди Божьи остались. Они остались в чем? Потому что это характер Бога. Угу. В заповедях своих Бог рассказал, я вот такой. Я бы не прелюбодействовал, я бы не воровал, я бы не завидовал, я бы не судил никого вероломно. Бог в заповедях положил свой характер, да, он открыл, и он сказал, теперь вы как бы рождаетесь свыше, я вам даю Духа Святого, то есть я на вас ставлю свою печать, я вам открыл свой характер, и теперь у вас есть совесть, которая судит вас, потому что весь закон, он у вас внутри, я... По Новому Завету, такого не было в Ветхом Завете, по Новому Завету только Иисус сделал нам привилегию, Он живет теперь в нас. Так или нет? Иисус или закон? Иисус. Но раз Иисус в нас живет, значит живет Его характер, Его сущность, то есть Он сказал, теперь закон написан где? В сердце нашем. Он его не отменял, потому что закон это сущность Бога, Он открыл себя, свой характер, Он его уж не отменял. Ты меня чуть запутала, извини. Но закон... Ты сказала, Христос пригвоздил закон ко Христу, теперь говоришь, что он его не отменял. Я хочу уточнить, что он пригвоздил закон греха и смерти ко Христу. Он сделал что? Нет, жертвы. Я имею в виду, что закон, который является определителем греха, понимаешь? То есть практически мы сейчас в законе свободы, да, то есть искуплены, хочешь греши, хочешь не греши, типа как будто у тебя уже закона нет, то есть он не имеет силы, да, но я могу вправе, что хочу, то и делать, Иисус дал мне это право, по идее, по правильному, да,
Но вступает второй закон, более силы. Здесь идет пересечение двух законов. Первый закон Моисея, второй закон какой идет? Закон любви. Свободы. Любви. Свобод закона и закон любви. То есть, когда я понимаю, что да, Иисус искупил, дал мне свободу, но я же была теперь грешница, теперь я праведная, теперь передо мной вот это. Так зачем мне отказываться от этой прелести, от этой красоты? И я уже добровольно себя что делаю? Подчиняю Богу. И я ищу Его благоволение, я ищу отношений с Ним. Теперь Бог не в законе и где-то там через пророков говорит, а живет во мне, говорит ко мне, Дух Божий говорит, где дышит, где хочет. Одна такая вот проблема. Бог разговаривает только тогда, когда Он захочет. Он не может с тобой говорить тогда, когда ты вот приходишь к Нему и говоришь, я хочу с тобой поговорить, а Бог молчит. Как часто ты фразу употребляешь? Бог молчит, Он не отвечает на мои вопросы, и мы в такой истерике. А почему Он должен отвечать? Он Бог, Ему привилегия дана, Он великий, Он Творец. Майя, это... ну давай вернемся. Давай про причины. Потом мы здесь сейчас людей запутаем. Может, наоборот, распутаем. Как мужу и жене жить, вот интимная жизнь, мы все-таки должны изучить это в Библии. Правильно? Прочитав всю Библию, там очень много есть, и 10 заповедей, и законы, и 613 заповедей. Там все описано, и не женись на своей свекрови, и не женись на двоюродной сестре, и не поступай вероломно с женой юности твоей. Правильно? И не избегай друг друга, да? Написано в Новом Завете, да, написано, Бог не избегайте дал друг друга. Правила. А еще, Олечка, хитренькая, какая вещь написана в Ветхом Завете? Услаждайся женой юности твоей. Да, грудями ее, да, что-то такое. То есть... И в Новом Завете написано, вы не имеете власти над собой, над своими телами. Как бы... И не уклоняйтесь, Божье повеление говорит, не уклоняйтесь друг от друга только в случае поста, и если вы решили это, когда вы мужу говорит, у мужа серьезная там вещь, допустим, призвание, и он говорит, я пойду в пост, и я хочу быть настолько посвящен в посту Богу, получить ответ, что ну, давай не будем никаких интимных дел, я вообще комнату отдельную возьму, буду там жить, допустим, 20 дней. По согласию уклонения, а люди даже в посте, я слышала такое учение у моего мужа, бывшей церкви, где он был, было такое учение, что ни в коем случае не прикасаться к жене. В посту, ты в посту. В Библии этого не написано, не прикасаться в посту. Написано по согласию, если вы решили это. Почему? Есть обоснование. Бог четко говорит, в эти моменты вас будет искушать сатана. Ну, конечно, да. Понимаешь, поэтому это очень важная вещь. Я просто понимаю, что если ты служишь Богу живому, изучи Его инструкции для жизни. Не живи тем, что ты слышишь, а живи тем, что ты читаешь. Майя, давай возвратимся, ты вот сказала, есть много информации, на интернете можно научиться многому, да, но есть же грань, потому что зайдешь на интернет, будет учиться многому, и там же есть и дорога к порнографии. Где эти границы, какая информация доступна, как здесь это правильно сделать? Я поступила здесь как Давид. Он сказал, не положу вещи непотребные пред очами своими и заключу завет с глазами своими. И несмотря на то, что Давид сделал это, он все равно посмотрел и нарушил завет глазами, он посмотрел на прекрасную женщину Версавию, и хотя немножко плачевно, но по идее, эта женщина была в дизайне Бога, потому что Соломон был предназначен для рождения царем Израиля, и он родился именно через эту пару. Но просто здесь Давид немножко запутался в путях своих, и мне нравится вот это, что Давид сам с собой заключил завет, сам с собой, со своими очами, и мы сами должны быть настолько разумны и знать, какая вещь приносит нам пользу, какая нет. Вот. Нам здесь интересную вещь написала Елена. Те, кто возлюбят Бога всем сердцем, всей душой и ближнего, как самого себя, то те и прелюбодействовать не будут, красть не пойдут и так далее. Ну, конечно, еще, это правда, да. Олечка, я хочу... Мы затрагивали ту тему, когда женщины уклоняются, да, и говорили о здоровье и... Ой, сейчас, подожди, мысль ушла. Давай не буду про это, потому что мысль ушла основная. Давай вернемся к тебе. Хотела что-то важное сказать. Сейчас я вспомню, потом скажу. Партнер
Так, мы еще говорили за ложь. Одна из причин ложь является. Я знаю. Именно какая ложь? Здесь, ну, много лжи. Просто ложь. Она или от основания мотив неправильный был, человек обманул или представлял себя другим человеком, каким был. В таких... Ты имеешь в виду, причина развода может быть ложь. Правильно? Ну, то есть причина развода, да, люди разводятся, потому что один из партнеров обнаруживает, что брак был лживым. То есть партнер представил себя лживым, он лгал. Вот я такой, он скрывал себя, какой он есть на самом деле. И обманул от начала другого партнера. Или второй вариант, был скрытый мотив. Угу. Допустим, как я вот знаю один брак, у одной женщины муж был тракист, и он погиб. И планировалась выплата компенсации этой женщины для детей, там все. И второй человек, он узнал об этом. И он из-за этого мотива, он влез к ней в жизнь, сердце, она тут в трагедии, и сделал брак с ней. То есть браком не было основания, любовь, искренность, чистота. Потом он сказал это, да, я думал, компенсацию ты получишь, деньги, ему надо было там долги рассчитаться. Вот это я имею в виду ложь. Или другая ситуация, допустим, люди верующие, уже не первый брак, и они молились за партнера себе, за второго в Господе, брак сочетался в церкви, все верующие были, все смотрелось прекрасно. Но вдруг женщина приходит через время к пасторам и говорит, он меня обманул. Разведите нас. Угу. Они говорят, в чем он тебя обманул? Ну, вот так он сказал, что он что-то может как мужчина, а он ничего не может, а я хочу иметь интимные отношения. И когда вызвали его, он сказал, да, я так говорил. Значит, получается, ты ее обманул? Ну, получается так, но я типа не знал. У меня не было женщины, я не знал. Я думал, что у меня, если будет женщина, у меня все будет нормально. Но этот человек вообще не способен ни к, ну, как бы к интимным отношениям. Может быть, время, может быть, возраст, может быть, болезнь. Я не знаю этих причин. Но он ее обманул. Он не сказал, что, ты знаешь, то есть он укрыл этот момент. Он мог бы даже сказать так, что, ты знаешь, у меня давно не было женщины, я даже не знаю, смогу ли я что-то иметь. Она его открыто спрашивала, как часто может иметь. Да, 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 я хорош. Понимаешь, это тоже ложь, и пастыря развели их, и как бы даже его поставили на замечание, потому что он не может обманывать так. Вот, и в этих случаях... Или же бывает, он женится, говорит, я холостой, все нормально, а потом обнаруживается, что у него есть еще... Да, 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 да. Вот мы, кстати, были тоже на одном ретрите, и одна женщина очень в страдательных отношениях была тоже так же лживыми этими манипуляциями. Он женился на ней, обманул ее. Оказывается, у него где-то там женщина есть, ребенок, и он деньги, то, что она зарабатывает в семье, он строит на тратит на построительство дома, в котором не планирует жить с этой женщиной. В общем, трагическая история. Она даже не могла об этом рассказывать. И вы знаете, люди вот такого ранга, наверное, Оля, как ты и я, которые прошли горе, нам, наверное, рассказывать много не надо, правда? Мы уже понимаем человека, что ему просто нужно помолчать при ним, обнять, поплакать с ним вместе, поддержать в молитве. И даже сложно давать какие-то советы, как двигаться. Просто нужно укреплять в эти моменты самого человека, чтобы у него была сила и способность пройти так, это. Не сдавайся. Да, не сдаваться, пройти, укреплять самого себя, не разбиваться в этой ситуации. Ну, обманули, ну что, на выход есть, то есть показывать на выход. А советы сложно в этой ситуации давать, потому что когда отношения мужчины и женщины, всегда любовь, всегда какая-то надежда, и она рушится, еще ты тут со своими советами. Да, оставь его, как я пошла к своему пастырю там. Ну, он не мой пастырь был, но поставили на место моего пастыря. Это послужило причиной, почему я ушла со служения в свое время. Именно с той миссии, где я была, где я служила. Я любила эту миссию. И когда поставили нового епископа округа района в той миссии, где я была пастырем, а был епископ, то есть округа всего, там 12 или 13 церквей было. И я когда приехала к нему, он сказала, вы знаете, у меня такое трудное положение с мужем. Ну, я даже не смогла еще произнести своими устами, что у него любовница. Мне как-то стыдно было как-то даже произнести. Сейчас я так спокойно говорю об этом, потому что исцеленная жизнь, исцеленная судьба, исцеленное сердце. Я даже не могла ему толком рассказать. Он даже не дослушал и говорит,
О, еще одна, тоже мне, страдалица. Гони его метлой, палкой, зачем он тебе нужен? Богу служи, вот Бог тебя любит, ты не рассказывай мне тут, типа не разводи. Оля, ты даже представить не можешь. Я не просто там замолчала, я еле досидела, вышла его жена, чай поила, там пыталась, он потом пытался мне какие-то проекты, планы Божьи рассказать. Я думала одно, скорее бы выйти из этого дома. Я еле доплела ноги до машины, и мне надо было 40 километров ехать. Я ехала домой и была просто в стопоре, вот просто в отключке. Думаю, как так? Епископ, Божий служитель. И я тогда поняла в этой дороге, что я с таким человеком служить вместе не смогу. Когда он так беспощадно отнесся к моим чувствам, к моим чувствованиям, к моим вот этим вещам. Кстати, хочу сказать, твоей семье, да, извините, у меня муж, он не поддержал меня, он ни слова нормального не сказал, да, типа, что ты там расмусоливаешь, это ерунда, гуляй там, пошли его, типа, подальше, как это послать, как это Богу служить, и именно в том и вопрос, что я не знаю, как дальше быть, как двигаться, мне нужен мудрый был совет, поддержка, поэтому сохрани вас Бог. От таких советов пастырей, от горя пастырей. Кстати, этот человек ушел из жизни скоропостижно. Как ты думаешь, пастор должен поступить в такой ситуации, Майя? Трудно сказать, но... Если бы ты была пастором, как бы ты поступила? Я поступаю всегда однозначно. Я иду в присутствие Божие и ищу ответа у Бога. Ну, тебе пришла женщина и говорит, у меня муж хочет меня бросать, у него любовница... А я его люблю, хочу его брак сохранить. Что бы ты посоветовала? Хочет сохранить брак? Ну, скорее всего, если она пришла, она, наверное... Ну, и я бы сказала, сохраняй, чем я могу помочь. И я бы помогала ей сохранять брак. Ну, у меня много таких случаев. У меня вообще какой-то портал бракосочетаний, портал любви. У меня нету разрушений, у меня все женятся, все восстанавливаются, семьи восстанавливаются, взаимоотношения. У меня такое призвание. Я такая вот элемент во Вселенной, от Бога. Ты призываешь людей сохранять брак. Сохранять брак, начиная с себя, конечно, начиная с себя. Есть причины, надо их раскопать. Почему мы говорим о причинах? Почему мы смотрим их со всех сторон? Чтобы понять причину, от чего-то это произошло. Я единственная, вот Библия почему-то говорит, прелюбодеяние – это как бы развод. Я думаю так на сегодняшний день, исследуя много лет эту тему. Там дается выбор. Я думаю так. Да, выбор, во-первых, дается, но я думаю, так, разговаривала со своим пастором, епископом, помазанным пророком, он умница, человек, это единственный, с кем я до сих пор советуюсь, много-много лет, мы вместе служили, но мы сейчас разделены океаном, он там, я здесь, но мы продолжаем общение, это чистейшей души и сердца человек, преданный, любящий Бога, и у него помазание мудрости, и я ему звоню в вопросах иногда, чтобы просто... отфокусировать себя, поправить свой светильник, на правильном ли я пути, я с ним советуюсь, рассуждаю всякие ситуации, и он мне, когда мы говорили, слушай, ну запуталась, ушла опять пастырь от мысли, что тебя, такое. Да, и он, ну, насчет того, брак не сохранить. Когда говорили, я говорю, пастор, ну как вот, смотрите, в Библии написано, что это, я уже знала ответ, как бы я хотела от него услышать мудрость, его подтверждение какое-то, и потому что написано, советующийся с мудрыми, как бы приобретет мудрость. Я говорю, как вот Библия же говорит, основание развод, ну, как бы ты можешь разводиться основательно, и пастыря как бы разводят. Я, как пастырь, как служитель, я задавала бы и задаю сразу вопрос. Один вопрос задаю женщине, которая говорит, он мне изменяет, он такой-сякой, я говорю, у меня к тебе вопрос. Скажи мне, подумай, вот пару секунд, можешь не отвечать, можешь уйти с этим вопросом домой, подумай, будет ли тебе лучше жить, если ты с ним разведешься? Молчание такое. Пожалуй, нет. Я говорю, поэтому он сегодня твой. Неважно, где он, с кем он твой. Он не просто муж на бумажке, вы расписаны. Он твой. Ты понимаешь, что он твой? И ты имеешь законное право на него. Ты имеешь сделать ему условия, ты имеешь право сделать ему закон. И если у него есть женщина,
то стань лучше, чем та женщина, чтобы он просто забыл смотреть в ту сторону. Она отвечает: да, он такой от природы. Я говорю: а ты веришь в то, что Бог имеет силу и способность менять людей? Потому что рожденный свыше человек, он обновляется мышлением, он становится другим. И я знаю много опытов. Она: ну да, ты права. И вот таким путем консультаций очень много восстановилось в семье. Я предотвратила их от развода путем вот задавания вопросов. Но здесь ситуация такая временная. Кому-то это хватает там одного слова, чтобы восстановить отношения мудрой жены, кому-то хватает период год, два, три, а некоторых я веду в этой ситуации 7-10 лет. И люди постоянно звонят периодически, консультации, бывает иногда ночью на телефоне сидишь. Майя, вопрос такой, ну вот давай поговорим, ну измена, да, ну кажется, это самое худшее, что может произойти. Вот, про измену, вот я же начала говорить, да. Опять ушла, смотри. Как этому семья доходит? Кто здесь? Давай виноват? Я скажу такую вещь, я думаю, что здесь, когда разговаривала с пастором, говорю: как вот насчет измены, Библия вот так позволяет, и мне он ответил такую вещь. Если мы возьмем другое место Писания, и там написано, что прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете вы, что дружба с миром есть вражда против Бога? И мы очень часто считаем, что муж изменил, совершил прелюбодеяние, там переспал с какой-то женщиной, и это является... Он прелюбодейство совершил. И мы больше ссылаемся на физическую сторону. И не задумаемся о духовных вещах, о том, что Бог говорит. Если мы допустили дух этого мира, дружбу с этим миром, мы во вражде с Богом. Что нам можно ожидать? Люди совершенно не придают значения духовному блуду, духовному прелюбодеянию. Может быть, ты вообще уже давно пророс не откровение Божие, не размышления о Боге, а может быть, ты давно пророс уже принципами этого мира. Ты судишь мерками этого мира. И поэтому такая страсть у тебя к разводу, поэтому, может быть, и муж гуляет, потому что ты давно блудишь уже, ты уже давно не на пажитях Бога. Ты блудишь, у тебя духовный блуд. Против Бога. Да, ты в духовном блуде, Бог против тебя. Есть два момента, когда Бог против тебя. Первый момент – духовное прелюбодеяние. А что такое духовное прелюбодеяние? Когда для тебя принципы этого мира становятся имиджем, когда они становятся тебе путеводителем, ты больше живешь по принципам этого мира, ты не придаешь ценности Божьим вещам. Это духовное прелюбодеяние, и Бог против тебя, ты во вражде с ним. Второй принцип, когда ты во вражде с Богом, какой, ты помнишь, Оля? Гордым Бог противится. А почему я это знаю? Я это знаю хорошо, как очень шикарный урок, предоставленный Богом. Однажды я ехала по Портленду, по улице Бурнсайд, как сейчас помню. И у меня разговор с Богом, я с ним разговариваю, говорю: Господь, вот такое чувство, что у меня как будто бы ничего не ладится, не получается, как будто я натыкаюсь постоянно на какую-то стену. Мне нужен прорыв. Как будто я вот хочу проломать какую-то стену. Я же в благословении, нам же проповедуют пастыря, мы в благословении. Угу. Если я верю в тебя, значит, я живу в благословении. Что ты думаешь, Бог отвечает мне? Слава Богу за ему, за его милость. Но я Бог слышу ответ. Тех, кто ему послушен, кто Бог любит, не отвечает. Правильно? Ты гордая, а гордым Бог противится. Если бы мне это сказал человек, я бы сказала: нет, я уже не гордая, я уже сломленная. Но когда мне сказал это Бог, я заплакала. Я заплакала так, что говорю: Господь, ну неужели? Ну я же думала, я такая смиренная, я же уже служитель, пастором была, я уже стольких людей как перелопатила, там, проповедовала, там, восстановила. Я поняла, бесполезно что-то говорить, оправдывать саму себя. Я просто приняла это как факт. И я тогда помолилась такой молитвой: Господи, если возможно, сломить мою гордость, я не хочу быть во вражде с тобой, я не хочу, чтобы ты был против меня. Пожалуйста, сломи мою гордость, пошли в мою жизнь такие ситуации, где я
ну, как бы перешагнул саму себя, эту гордость, потому что или у тебя какие-то другие пути есть. Бог милостивый, конечно, Он послал такие ситуации мне в жизни, просто помещая, как мы вчера или когда говорили, горшок в печь, на обжиг. Это ситуация, это жизненные ситуации огненные, которые приходят в нашу жизнь, и где сломление гордости я бы назвала, что Бог приводит тебя к такому моменту. Почему Он мне это сказал, во-первых? Потому что Он знал, что я Его люблю, что я в завете с Ним, что я Его не предам, и что я буду идти тем путем, чтобы как бы пересовершенствоваться. И просто-напросто, как Бог избавляет от гордости? Он помещает тебя в такие обстоятельства, когда ты понимаешь, что Он есть твой смысл жизни, и что все, что тебе нужно, это обновление ума, обновление мышления. Понимаешь? То есть заместительная жертва. Иисус, Он забрал это все, это как бы твоя болезнь души, гордость, это твое селфи такое, знаешь, эгоизм какой-то. И я думала, что я совершенно лишена, хотя бы думала, у меня низкая концентрация этого, но когда пришли ситуации, в общем, проявлялись эти вещи, и я позволила Богу работать со мной, и в результате как бы получился хороший плод. Вот, я на многие вещи стала смотреть по-другому, и я понимаю, что такое гордость женская. Иногда вот это служит причиной тоже разводов. Это духовные вещи, духовный блуд. Это хуже, чем просто измена по плоти. Мне кажется, на сегодняшний день для меня самое простое, муж пошел с кем-то там переспал. Но женщины строят это с такую трагедию. Если бы вы знали, какая трагедия стоит за разводом, как вот в данном моем случае, я сейчас смеюсь, думаю, глупая какая. Вот я ж ту гордость включила. Я ж королева, я номер один. Как он посмел? Да еще люди тут подогревают мою маму. Саша, а что с ним случилось? Он Маю бросил? А он хоть у него где глаза? Куда он смотрел? Та женщина вроде как бы по всем параметрам вообще не входила в тех, на кого можно взор обратить. Но тогда я поняла одну вещь. Как она могла моего мужа увлечь? Там, как говорится, ни красоты толком, ничего как бы нету такого. Для меня это было вообще вот самое большее, что ударило по мне. То есть по всем параметрам я превосходила ее во всем. И я думаю, наверное, я что-то утеряла такое скрытое, драгоценное, что я стала ему неинтересна. Он даже объяснить не мог. Угу. Я и готовила, и дом смотрела. И, ну, в общем, все параметры были на 5 с плюсом. Но что-то одно я утеряла, понимаешь? И я 10 лет добивалась, что же это такое. Ты поняла? Да, поняла. Я поняла просто ценность мужчины. И то Бог много работал надо мной, шлифовал что меня, ты поняла, чтобы что быть... было у нее, чего у тебя не было? Это пришло годами, это выстрадано, это... Я поняла, что... мужчина другое совершенно творение, и что он сотворен, ну это долгий процесс, за 5 минут не расскажешь, как бы, но эта сущность в мужчине скрыта, и сущность в женщине скрыта, для чего мы предназначены друг для друга, понимаешь, мы часто в быту заигрываемся и теряем вот этот, как бы, душевный фактор. Да, муж может жить с тобой, даже не развестись, он бы и не развелся со мной, он как бы и не хотел, это я так, знаешь, в позу встала, или я, или она, ему не было это весело, он шел как бык на убой, я видела его глаза, и я верила, что он вернется, думаю, он меня любит, он любил меня, он любил детей, он целовал меня с ног до головы, он страшно любил меня, прям вот, знаешь, он аж дышал через раз. Мне кажется, никто никогда так меня не любил, как он. И я уверена была, что он вернется, но не вернулся. Это, знаешь, это такая тонкая нить, которая связывает вас, она невидимая, какой-то душевный, знаешь, душевный такой огонек через разговор. А у меня был разговор один к нему. «Саша, как хорошо с Иисусом, если бы ты только знал!» Я помню, уже где-то 12 лет мы, наверное, прожили, или чуть больше, и утром просыпаемся, было воскресенье, я собираюсь. Он так глаза открывает, говорит, мать, а ты куда? Знаешь, что я сделала? Я стала в позу, руки вот так в боки, встала и говорю, ты уже, мы столько лет в браке, я уже там 7 лет в Господе, и ты не знаешь, куда я иду в воскресенье, я иду славить моего Господа. Оль, вот сейчас я понимаю, знаешь, мне аж стыдно.
А тогда ж я святая была, я ж за Иисуса жизнь отдам, он же за меня отдал. Ты понимаешь? Он, наверное, так посмотрел на меня, затылок почесал, думает, ну и вали. А он что, он пошел, пивка взял, попил. Слава Богу за нашего мудрого пастора. Он уже потом, когда, видимо, в церкви приходят такие проблемы, жена уверовала, муж в мире, жена в церкви, ее, она его туда тянет, а он жену потерял. То вместе пили, ходили на гуляночки, сейчас жена в церкви, Богу молится, а он один, а ему неинтересно быть одному на гулянке. Естественно, находится такая подружка, которая утешает его, прижимает к своей жилетке груди, как говорят, жилеткой стала. Такая же ситуация у нас. Я стала аллилуйя везде говорить, спасать мир весь. А муж нуждался во мне. Понимаешь? И пастор говорил, что ну налейте вы своего мужу пиво, стакан, пусть он выпьет. Сядь, поговори с ним, поцелуй его, скажи, миленький, отпусти меня в церковь. А я думала, я делаю правильное дело, за Богом иду. И вдохновлена тем, что если ты служишь Богу верой и правдой, он благословит твой дом. Ну вот и благословил. Там же написано, жена спасет мужа своего. Да, вот здесь я так спасала. Мудрость. Да, он с похмелья, ему рюмочку налить надо, а я целую проповедь. Как алкоголь разрушает личность человека. Это хорошее оружие, это хорошая проповедь, но она не в тему была, знаешь. Майя, можно я тебя спрошу такой вопрос? Мы много говорим о разводах, мы много говорим о горечи, мы много говорим о всем. Можно мы лично на твоем примере просто рассудим, как можно было бы в твоей ситуации, а твоя ситуация, коротко расскажу, то, что вы были оба неверующие, и здесь ты покаялась, и твой муж никак не мог принять твоего Иисуса, понять твоего Иисуса, и, короче, ну, на этой почве он нашел женщину, которая его утешила, его поняла, и он со временем ушел, да, вы развелись. В этой ситуации, когда ты видела, что он тебя не понимает, ты покаявшаяся женщина, и у вас дело идет к разводу, у него кто-то появился, да? С самого первого дня, когда ты покаялась, как ты должна была себя повести, чтобы все-таки сохранить свой брак? Надо ли было ему проповедовать? Надо ли было такой святой быть? Все-таки жена, будь послушна своему мужу. Я думаю, даже он верующий, неверующий. Эти правила должны как-то существовать. Надо, конечно. Я вела себя нормально, правильно, все правильно надо вести, и проповедовать где надо, и как надо, и все. Но какую ошибку делала я? Самое первое. Иногда я не слушала Духа Святого. Вот. И происходили некоторые скандалы, как бы Дух Святой говорил мне, не говори это. Ну, закрой уста свои. Я потом впоследствии научилась руку ложить на уста свои, молчать. Ты была сейчас... молодая, сколько тебе было? 30, 29? 30? Не, молодая, моложе была, до 30 было все, и 27 лет. Я просто, ну, когда ты уверовал, сложновато, ты погрузился в другой мир, ты видишь вот эту грязь этого мира, знаешь, я пыталась с ним пойти в ресторан в компании его неверующих друзей, но я не могла там находиться. Они все выпили, стали танцевать, жены стали меняться мужьями. У них фан такой, знаешь, как бы там жена одного танцует с мужем другой. Ну, друзья все. А он так вот, знаешь, как они как бы, ну как это слово назвать, не знаю, дуркуют или как, придуряются, играются, как бы он обнимает ее там, под юбку лезет, как бы секси-танцы такие. Ну, тут раз она перешла к другому мужу. И, ты знаешь, у меня волос был дыбом. Я не могла в этом находиться. Я говорю, это ты вот тут вот сидишь? А он говорит, it's fun. Ну, типа свобода. Они настолько доверяют своим женам. Просто у них фан. Они вот так вот как бы в танцах меняются друг с другом. Я знаю, что они не делали секс. Они там между друг другом не пошлятничали. Но сами вот эти просто танцы, я даже это выносить не могла. Понимаешь? А он хотел там быть? Он сидел спокойно, он, кстати, не участвовал в таких танцах, потому что он меня любил, и он дорожил мной. Самое главное, что я поняла потом, у меня не было ценности мужчины. Когда я прочитала книгу, которую я обещала привезти, я ее искала, и муж мой искал, мы не могли ее найти, она сокрыта как-то до времени, не знаю почему, я все-таки хочу ее найти, в молитве я обещала ее привезти, показать в эфире автора, хотела бы, чтобы многие прочитали ее.
эта книга открыла мне ошибки в браке и открыла мне ценность мужчины. Сегодня я знаю одну вещь, если бы я ее знала в молодости, я бы не наделала ошибок. Я знаю, что мужчина живет для одной цели – сделать свою женщину счастливой. У него в игноре слова, истерики, фразы. Когда он видит, что жена несчастна, он даже понять не может, почему. У него бегает так, какой этот. И жена четко должна ему сказать об этом. Не играть роль, не устраивать истерики, она перевяжет голову. Вот, он одно видит, что она несчастна, и он сидит и думает, значит, она несчастна. Да, открытым текстом. А женщины как? Хотят косвенно, вот у Машки там муж подарил то-то, духи, то-то-то. Ну, он слушает как информацию. А надо сказать так, там, Вася, ты помнишь дату? У меня там 6 марта день рождения. Я хочу... Ты планируешь мне подарок сделать? Он, ну, наверное. Ну, а что, у тебя деньги есть? Ты сама купи. Ну, я хочу, чтобы ты мне купил подарок. А он какой? Да? Окей. Слушай, мы давно с тобой не были. Давай возьмем путевку и вдвоем поедем отдохнуть. Детей маме оставим, я уже договорилась. Неплохая идея, давай возьмем путевку на Кабаре. То есть ему надо конкретно говорить. Редко, когда муж мужчина супер умный там или исключение из правил, он догадается, сам сделает жене подарок, но это фильмы, это единицы, не надо на них равняться. Будем равняться на общую массу, на общее здравое мышление. Мужчины это не понимают, они не догадываются, им четко надо сказать. А у женщины истерика, не догадался, а допустим, мол, догадается сам. Или вот мы ехали с мужем, допустим, да, и я читаю этот случай в книге и хохочу, думаю, это про меня же написали, но автор-то не знал, он американец, а мы в Казахстане. Мы едем вот с мужем, да, он меня везет по делам, там то все, и кафешка стоит при дороге, шикарное кафе, там шашлык. И я ему говорю, я уже вижу картину, мы с ним сидим романтически, взяли шашлычок, салатик, пусть он там, ну, за рулем он пить не будет, но мы смотрим друг другу в глаза, и мне приятно. И я говорю, ты не хочешь заехать в шашлычку? Он такой, головой машет, и все, на 20 минут меня вырубает, я злая. А почему? Я злая, я на него злая, 2 дня была, и потом... Че тупой, не мог догадаться, я так романтически хотела с тобой посидеть, глаза в глаза. И я не понимала этот случай, но боль у меня от этого, что он такой тупой у меня. И мне сразу было понятно, что он не любит меня. Знаешь, сразу вот картина, что он меня не любит, он не хочет этой романтики. А у него-то в голове он кушать не хочет, романтику я ему не преподнесла тут, что я хочу романтику. И когда я читала эту книгу, там описан точно такой случай. Я хохотала, только там не про шашлычку. Оказывается, надо просто прямо и сказать. Там Саша его звали, да? Саша, смотри, шашлычка, я такая голодная, так хочу смотреть, кушать. Давай заедем. Он тут же бы на тормоза нажал и заехал. Потом ему надо сказать так, мужу своему. Это уже проверено годами. Саш, давай сядем друг против друга и будем смотреть в глаза, как в тот день. Помнишь, день у нас был? Мы сидели друг против друга на твой день рождения и смотрели друг другу в глаза. А потом сказать, давай закажем музыку. Помнишь, тогда было? Создать романтику. Понимаешь, у него нету вот этого креатив ума, он не может это. Он другие проекты делает. У него в мозге, как обеспечить семью и видеть счастливые глаза как жены. Накормить голодную жену. Да, ж детей, жену, у него построить дом, у меня деньги заработать. Он обеспечитель и защитник. А романтику, вот это отношение душевное, вот эту игру с ним строит женщина. Она создана для этого, она должна быть более свободна, не отягощена трудом. Но женщина почему-то решила, что она должна быть помощницей, зарабатывать недостающую часть денег. Да если ты мужу красиво все преподнесешь, он 3 работы найдет, уставать не будет, лететь домой будет, только одно, чтобы видеть счастливые глаза жены. А мои глаза были какие? Я успею все сама, я сделаю все сама, и вот я тебя накормила, стол накрыла, первое, второе, третье, компот, пирожки, булочки, это ты любишь, накрыла тарелки, салатики, сыры, все нарезала, а сама-то хожу как королева, он же меня любит, куда он денется, понимаешь, не было вот этого, такого, знаешь, почитания, простоты этой, что зачем тебе эти деньги зарабатывать, ты ему скажи, Саш, нам денег не хватает. Слушай, ну что, вот там детям сейчас одежду надо на зиму, а что я пойду работать, если это? Нет, я же наняла домработницу, чтобы она смотрела на моих детей, а я открыла бизнес, потому что я хотела мужу доказать, посмотри, какая я же королева,
понимаешь? А ему эта королева нафиг не нужна. Он нашел смешную тетку с сигаретой в зубах, которая рюмочку водочки с ним выпьет, посидит и живут до сих пор, знаешь, все аллилуйя у них. А я 10 лет прогрызла землю, прогрызла небо, прогрызла все. Слава Богу за его милость, что он восстановил меня. Как бы это было и пророчество, но я думаю, это были мои ошибки, которые Бог обратил во благо, что сегодня я могу сама жить нормальной жизнью, улыбаться. Но я вам хочу сказать, это ужасно, когда ты лежишь в постели, а твой муж завлекается с другой женщиной, и уже законно, уже любовница стала его женой, ты потерпела поражение. Это не выход. Вернуть, если назад, я ни за что бы не отдала его. Ни за что. Ну, давай вернемся назад к вопросу. Ты уже сказала свои ошибки, что ты видела. Ну, как бы ты могла все-таки сохранить его? Вот ты понимаешь, да, ты не золотая, ты гордая. Я не сохранила бы брак, потому что ты я сама его разрушила. В каком ты была, у тебя бы ничего не получилось. Уже даже нет, я опоздала. Даже если ты знала, что у него другая женщина есть. Все-таки в последний момент как-то можно было это все я вернуть. Поступила неправильно. Вернуть в моем случае уже я опоздала. Я уже опоздала вернуть. В какой да? момент ты опоздала? Потому что последний я подала год. На развод. У меня было основание, мой муж изменил. Библейское основание. Я думала, он оно правильно. Разводиться? Нет, он не хотел. Но он мог бы оставить ее и вернуться к тебе обратно. Если ну... бы ты изменилась, наверное, да? Мы когда развелись, когда я развелась, мы пошли на суд, он меня упрашивал, давай не будем разводиться. Я сказала, нет, и все, ты прелюбодей, ты блудник. Он мне сказал такую вещь, ты будешь кусать локти. Я говорю, я? Да со мной Иисус, это ты будешь локти кусать. Понимаешь, и вот эта позиция моя, доказать что-то, вот это самолюбие задетое, неисцеленное, вот, не было мудрого человека, кто подсказал, как правильно, не было мудрого человека, который правильные вопросы задал, поэтому я сегодня готова полагать душу для женщин, чтобы мудрые были, не торопились на развод, не бежали, ценили своих мужчин, которые даны им. Майя, ну смотри, а есть вот такая ситуация, ну, я там слышала, говорят, ну, где-то там по пьянке с кем-то там, ну, переспал, да, и вот жена узнает, ну, раз в жизни ошибка получилась, он тебя любит, он с тобой, и ты узнаешь вот эту новость. Как простить вот эту измену? Что именно? Я понимаю, что муж 250 раз уже перекаялся, и в себе он уже, понимаю, уже на коленях, и все. Как же не простить вот эту боль, вот эту измену? Ну да, это была ошибка, это было не планировала. Как, можно ли как-то жене... Просто не допускать прежде всего эту боль. Вот женщины, которые счастливы в браке, и однажды был на форум на странице Сакраменто, девчонки там писали, что бы вы поступили, если бы узнали, ваш муж изменяет или у него есть, или изменил, пусть там по пьянке или как. И ты не представляешь, сколько всего было написано, и разные мнения. Очень много мнений было. И грубых, и правильных, и неправильных, и мудрых. Мне понравилось то решение, как женщина одна написала, я согласна с этим. Она сказала, он мой, и я его никому не отдам. Спасибо той женщине, что обслужила его, когда мой муж нуждался. Он мой, я его никому не отдам. Вот это моя правильная позиция, которую я держалась бы. Я слышала одну женщину, она сказала, даже если ты найдешь вторую, я приду и лягу между вами. Сегодня тоже у меня была консультация, разговаривали с женщиной, и она сказала такую фразу, говорит, это было не со мной, это было с другой женщиной. Она узнала, что у мужчины есть любовница, у ее мужа. Она постучала в дверь. А муж не знал, не ожидал, что эта жена открывает дверь в доме любовницы, та в постели лежит, прикрытая одеялом, а он в трусах. И такой дверь открывает, и в шоке. Жена заходит его в сторону, так, быстро оделся и домой пошел. Он что-то начал вякать, она сказала, я сказала, быстро оделся и пошел домой. А этой женщине подходит и говорит, слушай, ты, курица ты мокрая, я сделала из него генерала. Найди солдата своего и сделай из него генерала. И потом посмотришь, отдашь ты его такой же курице, как ты, или нет. Запомни, он мой, и я тебе его не отдам. Ты знаешь, таким женщинам хочется просто дать знамя победы.
понимаешь? Они сильные, и они умные, и они мудрые, они борются за своих мужчин. Я бы не считала таким радикальным грехом сексуальное изменение. Ну, женщины хочется романтично молодым девчонкам, что вот он ее принадлежит всем. Ну, ведь возьми Библию, там многоженство. Ну, да? Майя, мы не говорим о том, что изменять это хорошо. Да правильно? Нет, это нехорошо. Это заветами. Я просто про то, случилось, да? Если женщины, не рисуйте себе в этом трагедию. Понимаете, есть более обширные вещи, есть дети, есть отношения, есть прошлое, есть будущее. Сейчас, если бы просто из-за гордости и не было мудрого человека, мама моя была не мудрая в тот момент, не было пастора мудрого, кто бы сказал: «Майя, он твой». Мне надо было перереветь, переплакать и фокус на саму себя сделать, понимаешь, на саму себя. Почему так? Разобраться. Я не понимала причин. Я думала, что я... Ну, не за что меня бросать. Меня и правда не за что было бросать, понимаешь? На сегодняшний день я поняла ценность мужчины. На сегодняшний день я поняла функцию мужчины, женщины. Я поняла функции как жены, как правильно поступать, как вести себя, когда сдержаться. Я уже отшлифована, отформирована. И я поняла, что мы созданы для счастья друг другу, приносить счастье. Вот, допустим, вот сегодня я уверена, что мой муж, он не изменит, он не пойдет изменять или гулять, и он, потому что он сказал: ты знаешь, мне даже и не хочется, ты настолько для меня неизведана, интересна, мне хочется больше и больше времени с тобой проводить. Если в тех браках я бежал из дома, сегодня меня тянет домой, я скучаю за тобой, мне хочется тебя видеть, мне хочется с тобой говорить. Почему? Потому что я для него являюсь отражением славы Божьей. Но если супруг или супруга, называя себя верующим, представляет Бога лживым, это пагубно, это не угодно Богу. Я вот сейчас сама сказала и думаю, скорее всего, вот я была такая, я Бога, своего Бога, которого я любила, по наивности, может быть, или по своим чертам характера, по невоспитанности, какой-то такой этичности, я представляла своему мужу Бога лживым, пыталась навязать. И получается, Майя, ты поставила Бога между собой и мужем. Да, наверное. Ну, то есть мы должны являться... Если Бог – любовь, то надо себя до того умилять, что действительно показать, что Он – любовь. Когда я мужу сказала, говорю: ты знаешь, говорю, если ты даже будешь меня ненавидеть, изменишь, порежешь мне на кусочки, и каждый мой кусочек будет кричать, что ты самый лучший, я тебя люблю. Он заплакал, я сейчас сама заплачу. Это надо иметь способность сказать это. И я не просто так сказала. А я сказала это действительно так. И он сказал: в каждом дне, вот что мы прожили 4 года, ты каждый день победила. И несмотря, что я сейчас там концерты выкидываю, это просто агония о моей прошлой жизни. Я думал, ты такая же, как и все, как те мои жены, но ты совершенно другой человек. И ты знаешь, эта беседа такая вот в тайной комнате, она изменила наши отношения, она скрепила нас, мы открылись друг другу, он открылся очень. Говорит: Майя, как тяжело поменять вот это религиозное мышление, как я сейчас свободен, как я сейчас счастлив. Говорит, меня сейчас будут толкать, я ни за что, у меня даже никакого позыва не будет на другую женщину. Ты моя любимая, я хочу тебя. Вот такие отношения нужно строить. Но до них нужно доходить. У кого-то они, может быть, есть сегодня, но многие семьи, кстати, к сожалению, вот из-за этих причин расходятся. Но я ни в какой случай бы не ставила во главу угла развода чисто физическую измену. Здесь нужно разобраться. Вот ложь от начала основания брака — это более, мне кажется, такая сугубая причина, вот, и потому что основанием брака не было любовь. Когда была любовь и была измена потом, то можно вернуться на эту платформу основания любви, восстановить что-то, понять друг друга, простить, восстановить романтику, понять ценность. Ну вот как я без него? Конечно, вот пойми просто, как ты без него? Ну, изменил, ну, заплутился мужчина. Надо находить себе в силы не то что простить, вообще выкинуть это за спину. Да, можно вернемся в такую ситуацию? Вот, ну да, или же жена верующая выходит замуж за неверующего, или же жена покаялась, когда она уже замужем, и муж остается неверующим, жена верующая. Что бы ты посоветовала? Как правильно вести себя в этих ситуациях, чтобы спасти этого мужа? Я бы ничего не могла посоветовать, потому что я бы не выходила замуж
за неверующего. Вот в той ситуации, когда ты уже замуж. А, если я замуж вышла, так вот и проблема получается. Смотри, жены бегут в церковь, их тянет к Иисусу, а мужа тянет туда, он остался без жены, находится женщина-любовница. В таких случаях хорошо, когда есть рядом разумные люди. Второе, надо формировать себя и смотреть за отношениями, спрашивать Бога, как сохранить. Как сохранить? Я вот часто говорю, вот я сейчас с Богом советуюсь, я спрашиваю, он мне отвечает. На самом деле написано, что Слово Божие – светильник ноге моей. То есть Слово от Бога, оно будет показывать тебе, как, куда шаг сделать. Ты когда в темноте, ты не знаешь, как ступить, ты можешь упасть. Но Слово, оно как светильник, оно светит тебе, какой шаг сейчас делать. Вот у тебя такая ситуация, спроси Бога, Он ответит. Спроси Бога, Он ответит, Он отвечает. Но мы же не идем за этим к Нему, мы так не научены, мы не приучены, мы своим путем решаем проблемы и создаем еще больше этим проблем. Поэтому я бы вот как вернуть если назад, я просто бы больше вопрошала Бога, понимаешь? А я была пастором, служителем, и наш пасторский совет, пастыря региона собирались раз в месяц или раз в два месяца, как сейчас. Вот мы редко видимся, не можем наговориться. Но когда я уезжала в свой регион, я была одна. Ну что церковь, там 30, 40, 50 человек, все ждут от меня слова поддержки, вдохновления, а мне-то не с кем посоветоваться, мне-то не с кем говорить. Я тогда еще сильно не понимала, может быть, свойства моего характера такие еще эгоистичные проявлялись, сильно не понимала вот ценности мужчины. Это самая главная причина. Когда я его потеряла, тогда я поняла его ценность в своей жизни. Ох. Майя, как ты думаешь, какие могут быть причины, что у мужа может появиться любовница? Вот сказать, все, в жизни хорошо, и здесь нет. Я когда в жизни сказала, хорошо, не появится. Хорошо, да. Какие причины, что появляется любовь? Если исключить, что сам мужчина такой блудливый, он любит всех подряд и, знаешь, глазами раздевает всех подряд, есть род мужчин такой. Но если мужчина не такой, почему он хочет завести любовницу? Потому что жена перестала быть ему интересной. Просто она ему не интересна. Он ее любит, он хочет ее, а она... то голову перевяжет, то она ноет постоянно, потому что она уверена, да куда он денется, он не бросит, у нас уже 5 детей, 20 лет брака. Понимаешь, она становится ему неинтересной. Вот, и я думаю, что он на стороне ищет женщину, которая скрасит его так ты бытовой скажешь, мир. Что, скорее всего, если, ну, вот в, у таких типов мужчин, это, скорее всего, вина жены. Ну, это надо, наверное, больше мужчин спрашивать, я не знаю. Мудрая жена устроит дом свой, глупая разрушит своими руками. Я считаю так, что это должно быть личное решение самого человека, заключить завет с самим собой. Что бы ни было в моей жизни, какая бы моя жена ни стала, я никогда ей не изменю. Если мужчина не сделал этот завет, он рано или поздно обратится к тому, что ему нужна будет другая женщина. Понимаешь, если женщина не настолько мудрая, чтобы делать каждый день интересным. Один день сделать взрыв мозгов, другой день сделать романтику, третий день сделать полет на небеса с ним, знаешь, четвертый день сказать, так, все, оставь меня, I wanna be alone, I wanna stay alone, don't touch me. То есть стать загадкой, постоянно его держать, знаешь, в тонусе в таком, интриги, в хорошем смысле, я говорю, не в плохих вещах, а такое, знаешь, такую игру делать постоянную. Но вот чем ценен детский сад? Тем, что образованием, как с детьми играют, какие игры, какие книги. Это кьют, когда дети могут рисовалки делать, сценки какие-то делать, петь их там учат. Точно так же женщина в семье, она устраивает свой дом, делает жизнь интересной. Как ты рассказывала, я представляю эту картину. Так, дети, дети, в ряд, ряд, папа идет с работы, сейчас он зайдет, все, она кидается, дети, о, папа пришел, собака бежит, кошка бежит. Понимаешь, фан сделать, какую-то игру сделать. Какие-то обеды, выездки сделать. Люди семьями ездят на кемпы, там, ездят куда-то. Мужчине некогда даже думать о другой женщине. Он вовлечен в игру, женщина это создает. Давай туда поедем. Пока вот в притчах написано в 31 главе. Жена, мудрая жена, что она делает? Высматривает землю, да? Высматривает, куда можно поехать отдохнуть? Где дешевле? Если по бюджету надо смотреть, не обязательно там на Багамы или Гавайи куда-то ехать. Ты можешь, можно на океан надеяться. Ты можешь на бесплатный горячий источник поехать, но ты можешь такой фан сделать, своему сказать, ты ему должна преподнести так, что это необходимость.
Ты знаешь, Васька рассказывал, у меня клиентка была, Васька, ее муж рассказывал, поехал, а у него позвоночник болел, посидел в этой горячей воде в источниках, а у него спина прошла. Давай поедем, у тебя же там спина болит. Да все, он уже, давай. Надо нам, как мой сейчас спрашивает, зачем ему думать? Он говорит, надо это нам? Я говорю, нет, не надо. Он отвечает, не надо, жена лучше знает. Почему? Потому что он уже доверяет полностью, у него своего с проблем. И он знает, что это функция жены. Сейчас я у жены спрошу, маечка, нам это надо? Я говорю, да, надо, почему нет? Да-да, давайте, нам это надо. Понимаешь, что он уже, все, у нас функции распределены. То есть ему интересно, он ждет, он всегда знает, что, он даже не знает, надо это нам или нет, он у меня спрашивает. Он тебе доверяет, ты уже просто показала себя как мудрая жена и... Да, что так вот строятся отношения. То есть женщина, она должна и прежде знаешь, всего... И знаешь, даже в этой ситуации муж тебя любит, доверяет, и он прислушается к твоему голосу, и он не чувствует себя, что «Ой, я под каблуком». А нет, мужчины, не чувствует, да. Именно это их пугает, чтобы не быть под каблуком у жены. Ну, живут томятся, как в тюрьме, да. То есть стараются надо строить завет утешать. Любви с мужем, да. Все на любви, все на интересе, на таком легком, свободном, а не в страхе таком держать. Майя, ну все, мы, наверное, будем заканчивать на сегодня. Давай скажем, если ты не против, объявить свой номер телефона, потому что Майя, она и работает парикмахером, и она работает консультантом с людьми, в большинстве, я думаю, с женщинами, скажи. По разводу, по проблемам. Просто жизнь уже прожита, много опыта за спиной. И как ты рассказываешь, Майя, сердце болит за тех женщин, которые это проходят. И ты не против объявить свой номер телефона? Ты не против помогать людям, да? Как бы, может быть, первая консультация бесплатная? Да, вы можете найти мою страничку у Ольги на веб-сайте. Она озвучит его или приложит в приложение ее веб-сайт, над которым мы работаем, куда мы вкладываем свою душу, время. И вы можете контакт иметь со мной через Facebook, через Messenger, и вы можете также звонить и писать мне по телефону 916-696-4222. Олечка, мы не затронули тему о разводах, когда больные дети рождаются, это твоя тема. А мы об этом потом поговорим. Да. Да, да, это больная тема, и, конечно, у кого больные дети, то советую вам почитать мою книгу, дорогие друзья. Там не только о больных детях пишется, там вообще пишется о жизни. На каждой страничке там есть урок жизни и отношения. Да, когда у тебя болеет ребенок, как муж может заменить жену дома, как ты входишь в ситуацию другого человека, друг друга. Книга продается на Amazon, Puzzle Илюши. И скажу вам наш новый веб-сайт. olgaonishchenko.com, и там, конечно, вся информация о книге, и у нас сейчас там большая страничка «Поддержка в трудных ситуациях». Прочувствовав боль на себе, мы уже не умеем жить по-другому, как только помогать другим, сочувствовать, выслушивать. Может быть, у нас нету так много времени помогать, но даже... Вот предоставляя вот эти видео, всю информацию мы ставим туда на сайт, и люди могут в любое время прослушать. И там Майе мы отделили целую страничку про разводы, дорогие друзья. Это видео тоже будет на YouTube, на нашем сайте. Делитесь и на Facebook, делитесь. Мы, я думаю, информация полезная всем прослушать, потому что сохрани, Господи, Боже, нас от разводов. Всем хочется, чтобы семьи были крепкими. У нас, Оля, было письмо, которое я хотела зачитать, но, к сожалению, я забыла телефон, и женщина обращается с просьбой, чтобы мы дали практические советы, как ей выйти из этой ситуации, сложившейся после развода, как ей сложно, и мы будем говорить об этом в следующей радиопередаче, практические советы, как восстановиться после развода. И я хочу вам сказать на прощание одну вещь. Знайте, что если вы проходите трудную ситуацию или вы в затруднительном положении, неважно по какой причине, вы не одни, есть люди, которые молятся за вас и сострадают вам. Да, и мы будем здесь в воскресенье в 8 часов утра до 10. Благодарим Slavic Family Media Center и нашего спонсора Pacific Chiropractic and Wellness Clinic. Друзья, дорогие, если вы хотите поддержать наш труд,
ходите к ним на массаж. 503-760-07-78. Мы с вами прощаемся, и опять мы будем здесь в воскресенье. Будьте здоровы и всем хорошего вечера.